Нож, ключ от кассы. Сегодня ночью в Краснодаре ограбили круглосуточный продуктовый. В магазин на Аверкиева 12 зашел мужчина, одетый в так называемую форму грабителя. Темный верх, темный низ и удобная обувь кеды. Из кармана он достал нож, и пусть на видео с камер разговора не слышно, предположим, либо деньги, либо хуже будет, был смысл беседы. Сегодня ночью в полицию поступило сообщение о разбойном нападении, совершенном в круглосуточном продуктовом магазине на улице Героя Аверкиева. По прибытию на место следственная оперативная группа установила, что в помещении торговой точки неизвестный в маске на лице под угрозой применения ножа потребовал от продавца отдать все имеющиеся в кассе деньги. Работник магазина выполнил его требования и передала злоумышленнику 7000 рублей, после чего он скрылся. Поиск грабителя на этапе установления личности. Уголовное дело по статье «Разбой» уже возбуждено. По нему мужчине грозит до 10 лет тюрьмы.